Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики канала Чути ТВ. Сегодня с вами я, Татьяна, и наш любимый питомец Джеки. Сейчас наконец-то наступила наша долгожданная весна, и хочется больше проводить времени на улице. Можно пойти выгулять собаку, или можно поехать куда-то в парк, или на какие-то более удобные дорожки покататься на самокате. Но не на обычном самокате, а на электросамокате, ведь он очень удобен и позволяет быстро нам добраться куда нужно. Это не первый наш самокат, до этого у нас был Kuga M4. Теперь муж себе купил Kuga M4 Pro. Он достаточно удобен. Он, во-первых, его большой плюс то, что он сидячий. Во-вторых, тут хорошие тормоза, амортизация. Можно ехать по нашим разбитым дорогам и при этом тебя не подкидывает. Но самый большой минус для меня, как для женщины, то, что он очень тяжелый. Его просто нереально таскать по всем брокам, на все эти подъемы. Остановили свой выбор на модели Kuga S3 Pro. Он достаточно удобен, он компактен, его можно сложить, его можно без особого труда приподнять на нужную вам высоту. Ну, в принципе, наверное, на этом все его плюсы и заканчиваются. Главным минусом в этой модели является отсутствие удобной тормозной системы. В качестве тормозной системы можно использовать режим рекуперации. Это торможение мотор-колесом. Нажимая на левый рычаг нашего руля, происходит процесс торможения. Но полноценным торможением, к сожалению, это нельзя назвать, потому что это просто слегка притормаживает. Вот пример такого торможения. На скорости 20 км в час тормозной путь превысил более 15 метров. Помимо рекуперации, здесь также присутствуют задние тормоза. Торможение происходит задним крылом. Это сделано по принципу детского самоката. Но, в отличие от детского самоката, где ребенок может слегка приподняв пяточку поставить и притормозить, здесь приходится полностью поднимать ногу, чтобы поставить его на крыло. К сожалению, из-за этого мы теряем равновесие, находясь на самокате. Ведь одна нога стоит на деке, а другая висит в воздухе, поскольку одной только пяткой, к сожалению, сильно не притормозит. На скорости 20 км в час мой супруг пытался притормозить, и этот тормозной путь превысил 10 метров. А это совершенно небезопасно и неудобно, поскольку масса случаев, когда нужно затормозить резко. Нужно было изначально стать производителем дисковых тормоза, как, к примеру, они присутствуют в модели Kuga M4 Pro. Потому что это безопасно, надежно и удобно. А это самое главное. Еще одним очень большим минусом является отсутствие нормальной амортизации. Пока вы едете, каждая кочка, каждый камушек, каждая веточка, вы это все прочувствуете. Мощность переднего амортизатора, к сожалению, нельзя отрегулировать. Задний амортизатор можно отрегулировать, и сегодня мы вам покажем, как это сделать. Если с плохими амортизаторами еще можно смириться, то с плохими литыми покрышками это тяжело. Потому что из-за отсутствия камер чувствуется каждая кочка, каждая выбоина, каждая ямочка, даже самая маленькая. Еще одним из минусов данной модели являются сборки. С одной стороны, процесс складывания ручек достаточно удобен, но в процессе езды вы чувствуете люфт на руле. И вы не чувствуете себя безопасно на дороге. Также в этом самокате отсутствует какая-либо гидроизоляция. В дождливую погоду, которая достаточно часто весной, вы можете просто испортить свой самокат. При этом запас хода в данной модели достаточно небольшой. Он составит где-то приблизительно 12 км. Потому что установлена маленькая батарея на 6 или 6,5 ампер-часов. Главным минусом этого самоката является складывающийся механизм. Так называемый гусь. Это будет еще то испытание для любой девушки нажать на этот очень жесткий рычаг. Но не это даже самое страшное, а люфт всего этого механизма. Это выглядит приблизительно так. Это просто ужас, а не самокат. Зачем его купили? А дорубля какой-то. Мяу. Ну и даже с этой проблемой мы покажем, как справиться. Некоторые посчитают, что я слишком предвзята к этому самокату, этой модели, но это не так. Потому что практически за эти же деньги, за такую же стоимость, можно купить другую модель Crosser ED. Вместо литых покрышек стоят камеры, хорошая амортизация и дисковые тормоза. При этом качество сборки Crosser E9 гораздо лучше. В том числе и складывающийся механизм и изготовление самой деки. Кстати, менеджеры компании Electrocity предлагали нам приобрести Crosser E9. Но, изучив все отзывы, все форумы, изучив тот же YouTube, мы решили довериться опытным людям. Да. Мы решили довериться блогерам и приобрели все-таки Kuga S3. И очень сильно об этом пожалели.
Поэтому, друзья, если вы еще не являетесь обладателями этого китайского чуда Kuga S3, обратите внимание на другую модель Crosser E9, которую можно приобрести в этой же компании Electrosi. Более детально со всеми техническими улучшениями и модернизациями ознакомит вас Максим. Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики канала Чуча ТВ. Как говорится, я продолжаю эстафету после Татьяны. Расскажу вам о тех модернизациях, улучшениях, которые рекомендую сделать при покупке этого чуда, если вы уже стали обладателем. Первая модернизация в самокате касается ручек. Они просто безбожно люфтят, прокручиваются, и это отвратительно. Особенно при езде на большой скорости ты не чувствуешь руля нормально, ты не чувствуешь устойчивости, стабильности в езде. Конечно, ко всему можно привыкнуть, но зачем? Для устранения проблем люфтов ручек вам понадобится всего лишь вот такая вот крышечка для закатывания консервации. Ну и обычные ножницы, ведь вот таким вот простыми ножницами эта крышка прекрасно режется. Из вот этой вот крышечки вырезаем две тонкие полосочки металла. После этого раскладываем наш руль, надеваем на трубку и аккуратненько вставляем. Точно так же проводим манипуляцию с обратной стороны. А теперь обратите внимание, наша ручка вообще не люфтит. Это самый простой способ, как убрать люфты. Некоторые из вас скажут, что же ты хотел от дешевого самоката? Ребята, а разве это проблема именно дешевизны? Это проблема кривых рук. Потому что китайские инженеры просто не захотели заморачиваться и подобрать трубочки правильного диаметра. Какими они должны быть? Как говорила Татьяна, передние амортизаторы у нас нерегулируемые. Но вот задние можно отрегулировать. И сейчас я покажу, как это сделать с помощью ключа. Внизу у нас стоит амортизатор в виде толстой пружины, которая фиксируется гайкой под ключ М13. Наша задача ключом немножечко отпустить эту гаечку, тем самым ослабить пружину. То есть вы его настраиваете так, как вам удобно, именно под свой вес, благодаря задней регулировке. Последняя очень важная модернизация – это устранение люфта рулевого. Мы знаем, что данный руль у нас просто болтается. Это связано именно с передним демпфером, о котором сейчас более подробно расскажу. Обрати внимание на складывающийся механизм, так называемый гусь. Он работает следующим образом. Мы поднимаем вверх до тех пор, пока не произойдет щелчок. Спереди стоит специальный демпфер, который не позволяет нашему механизму двигаться вперед дальше. Но благодаря этому демпферу мы можем отжать механизм немножко вперед, тем самым позволить штоку опуститься в нужный нам паз. С одной стороны, все логично и правильно. Но с другой стороны, это проблема. Почему? Потому что данный демпфер, он раздалбывается, и буквально спустя неделю езды рулевое начинает ходить. То есть вот этот механизм, он не имеет особой жесткости к нашей деке. И это огромная проблема в езде. То есть ты не чувствуешь никакой уверенности. Обратите внимание, друзья, как болтается рулевое. Этому самокату чуть больше 2 недель. Решить эту проблему можно очень просто. И, честно говоря, я не понимаю, почему китайские инженеры до этого сразу не додумались. В программе Autodesk Inventor я спроектировал специальный зажимающий механизм, который позволит полностью избавиться от люфтов нашего вкладывающегося механизма, то есть нашего гуся. Сперва я разработал вот такой вот механизм, но он не подошел по габаритам и размерам. Далее спроектировал чуть поменьше. Механизм, в принципе, почти подошел, но пришлось его немножко зачистить и подогнать идеально. И вот третий вариант уже полностью спроектированный, распечатанный на 3D принтере и уже даже испытан в работе. Механизм получился просто обалденный. Здесь принцип очень простой. Идет смещение центра в виде эксцентрика. И за счет этого и происходит поджимание. При этом идет ровная площадка, чтобы наш рычаг случайным образом не открылся самопроизвольно. Теперь я покажу, как его установить. Сперва нам нужно сложить самокат. Здесь у нас присутствуют 2 винта, которые нам нужно отключить шестигранниками. И вынимаем вот такой вот шток. Также снимаем сам демпфер. На самом-то деле он даже немножко прогибается. И естественно ни о какой жесткости речи быть не может. Вместо него давайте поставим наш разработанный рычаг. Кстати, на нем я отъездил около 10 километров и никаких следов износа вообще нет. При этом рулевое даже не разболталось. Вставляем шток и с обратной стороны закручиваем болтом. Раскладываем наш механизм до тех пор, пока он не зайдет в паз. С обратной стороны зажимаем нашим рычагом. Вот так, до щелчка. И вот посмотрите, друзья, наше рулевое очень жестко стоит. Практически не изгибается. Потому что рычаг, который мы поставили, намертво фиксирует нашего гуся. И он не разбалтывается. Я надеюсь, что китайские инженеры примут это к сведению, и в следующих версиях они исправят этот косяк
и внесут изменения. На этом, друзья, сегодняшняя модернизация по Kuga S3 Pro у нас завершается. Но в следующем видео вас ждут новые доработки по этому самокату. Так как в Китае, друзья, уже прикупил специальную покрышку на переднее колесо. И в следующем видео мы ее поставим. Также вот такой вот набор специальных зеркал. Под них я тоже разработаю крепление. Сделаем замену заднего литого колеса на покрышку. Ну и самое главное, друзья, поставим качественные дисковые тормоза на наш Kuga S3 Pro. Точно такие же, как на Kuga S4 Pro, которые работают намного эффективнее, надежнее и, самое главное, безопаснее. Сделаем хорошую гидроизоляцию обоих самокатов и увеличим емкость нашей батареи. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Ссылочку на замечательный магазин ElectroCity скину под видео в описании. А с вами был Макс и Татьяна. До новых встреч. Пока-пока.